Мы продолжаем наш путь. Погода отличная, настроение прекрасное. Мы не пошли внутрь, а решили, что нам достаточно будет посмотреть на город мертвых со стороны. Всю ночь грохотало жестко, жутко, я думаю, сейчас нас смоет. Ну вот, с нами уже две собаки. Так, глядишь, к концу похода 10 собак соберем. Очередное утро в Архызе. Небо все так же затянуто. Мы собираемся на экскурсию. На машине с заброской. На Софийские водопады. Ждем машину, которая нас забросит повыше. И оттуда нас ждет радиальный поход. Сейчас без 5:09 должна прийти машина. Потом забираем еще 2 человека и едем. Не знаю, какой продолжительностью и какая там погода. Мы надеемся, что все будет хорошо. Это какая река? Это река Белая и река Орленок. Мы приехали на поляну, нас забросили, и теперь мы пошли в поход. Мы идем к Софийским водопадам. Вот они, перед нами. Вверху лежит облако. Не так уж много туристов. Не такая уж и плохая погода. В летние месяцы, когда природа пробуждается от зимней спячки, интенсивное таяние снега и льда на леднике порождает уникальное явление – Софийские водопады. Софийские водопады – это каскад из 9 водопадов. Мощные потоки воды несутся от Софийского ледника и через скальный порог обрушиваются вниз, чтобы дать начало реке София. Высота падения достигает 90 метров. Софийские водопады считаются одними из самых высоких на Кавказе. Мы идем по тропе, перешагиваем через ручейки и каменистые русла. Водопады все ближе и ближе. Здесь тропа, всяко надо идти через водичку и мочить ноги. Вот тут стрелочка есть, туда. Знаю.
принципе, надо переходить здесь, но, наверное, из-за того, что было много дождей, вода большая, и что-то нам кажется этот переход сомнительным. Потому что, ну, напор воды довольно приличный. Можно соскользнуть. Пойдем, посмотрим. Пониже, может быть, есть более спокойная вода. Там попробуем перескочить. Одна нога сухая. Вот это, по-моему, самый мощный водопад сейчас будет. Вон оттуда летит уже водяная пыль. Дорогу нам преградил самый мощный поток. Мы долго искали место, где можно его перейти. Там, где были указатели, сделать это не представлялось возможным. Thank you.
Что там, можно пройти? Ну, я не знаю, там сильно мощно. Это не дождь, это водопад. Настенька расстроилась, что мы не смогли пройти через водопад и пройти вон там вот по седлу и вот туда вот так раз и в лагерь. Но я, честно говоря, что-то и не хотел туда идти. Сейчас мы у нее спросим. Ну чё? Да, я бы, парень сказал, что невозможно, там ну, перешел да, первую половину. Сложно. И что, те, кто пойдут с седловины, они потом обратно должны будут идти? Ну и они должны будут прорубиться тут. Ну все, мы пошли в обратный путь по другой тропинке. Манго. Люди наш поход к Софийским водопадам занял 3 часа. Примерно 2 часа на подъем и час на спуск. Вернулись, ля-ля-ля. Сейчас мы покушаем машин сколько. Жуть. О, туристов сколько. Вон туда, на Софийские озера подниматься. Куда арбуз понёс? Пати. Буду устраивать арбузное пати. Арбузное пати. Вечером приходите на арбузное пати. Угнетают. Ты на арбузное пати идёшь? Угнетают, заставляют. Вот тогда носи арбуз. 30 килограмм арбуза, рюкзак с помидорами. С помидорами? Парамарат. С параматарапакат. Угнетение женщин, понимаешь? У нас хорошая сейчас погода, дождь будет только один день. Вот. Говорят, Донбай затопило, там поднялся уровень воды высоко. А у нас в Архизе вроде все хорошо и погода становится все лучше. И мы идем на очередную экскурсию к белым водопадам, да? Называется. Будем ставить рафтинг на джипах. Посмотрим. Настенька вообще. Настенька ела арбуз. Решила. Поэтому не знаю. Ходить на все. Но завтра, потому что уезжаем. Чтобы не сидеть дома. Да, нечего дома сидеть. Печалька. Нарвалась все. К белому водопаду. Нашлась пара. Сидим, ждем. Может, кто-нибудь захочет поехать. Лошади красивые. Красивые. У нас сегодня вечерний расслабон. Семки, арбуз. Это наш дом.
Вот сегодня погода хорошая. К вечеру стало еще лучше. Еще больше стало, виды открылись. Еще больше гор стало видно. Красота. А в эту сторону пока также все, тучки висят. В Архызе работает уникальная, самая большая в России обсерватория для наблюдения за глубоким космосом. Как так? Один чисто белый, другой чисто черный. Снова мы приехали на Лотосовое озеро, поблизости от Волгограда. Цветут, но чего-то их маловато.